Нам всем хорошо известен такой браузер, как Mozilla Firefox. Когда вы наберете данное название на Яндексе, то вам будет предлагаться скачать его, в том числе и следующую версию. Первый результат практически в поиске, даже на заголовке Mozilla 29 с поиском Яндекса. Я ее скачал и проверил данную версию. Она выглядит таким образом красиво. Когда вы сюда щелкнете, она вот открывается и вам предлагается для скачивания. Я ее скачал и проверил на вирус Total. Мне показалось, что данный Mozilla Firefox, данный браузер, вот по этой ссылке скачанный, имеет один якобы вирус. Вы можете по нему пройтись по этому вирусу, ну, скопировать его, вставить в поисковике и посмотреть, что он обозначает. Но также вы можете скачать Mozilla Firefox и по этому адресу. Если здесь она весит около 30 мегабайт, то здесь она весит килобайты. Можно сказать, Mozilla очень легонькая. И когда я эту Mozilla проверил, сейчас мы ее также проверим, там не было данного вируса. Выбираю файл, то эта Mozilla, вот она, 9.35 у меня скачанная. Свойство ее 276 килобайт. У этой свойства, которое якобы с вирусом 32 мегабайта. И вот давайте мы сейчас эту с вами проверим и увидим. Проверить. Почему я про вас проверку не осуществляю этой Mozilla, которая 29 с поиском Яндекса и 32 мегабайта весящая, потому что она долго достаточно проверяется вирусом Total, то здесь никаких результатов нету. Показываем анализ, результат в принципе нормальный. А вот в случае с Mozilla вот этой почему-то показывала и показывает один вирус. Так что имейте в виду. Всем привет!